29 апреля 1945 года начались бои за Рейхстаг. Здание немецкого парламента представляло собой настоящую крепость, которую защищал 5000-й гарнизон. Первая попытка советских войск овладеть Рейхстагом не увенчалась успехом. Огонь по зданию вели 100 орудий. В небе стояло сплошное облако дыма и пыли. Но и второй штурм оказался неудачным. Пробиться к Рейхстагу советским бойцам удалось только ближе к вечеру. Из воспоминаний участника Берлинской битвы Василия Устюгова. Рейхстаг горел. На людях тлела одежда, обгорели волосы и брови, перехватывало дыхание. Обстановка была критическая. Бои за Рейхстаг продолжались. До победы оставалось 10 дней.